30 დეკემბერს ღამით თბილისის აეროპორტში გროზნოდან იდუმალი მისით ჩამოსულ ჩეჩნეთის დელეგაციას თეთრი არწივის მებრძოლები დახვდნენ. Стумрепс президентის ნაცვლად ბატონი თენგი სიგუა შეხვდა. Мы считаем, что кровопролитие в Грузии является продолжением и играет на руку, только лишь опять-таки повторяю, тем силам, которые хотели бы сохранить заступ ноги в виде, может быть, перевала через границу, может быть, нестабильность Кавказа, сохранить свое влияние здесь. Мы против этого. Одновременно мы озабочены ситуацией в Грузии, и, безусловно, наша озабоченность вытекает из нашего права быть озабоченными состоянием дел соседней республики, соседнем независимом государстве, потому что события в Грузии непосредственно отражаются на позиции Чеченской республики. И мы не можем равнодушно относиться к ослаблению Грузии, к возможности потери Грузии своей независимости, потому что Грузия является сердцем Кавказа в геополитическом плане, и отсечение Чечни, так сказать, от внешнего мира, безусловно, не может нас не беспокоить. Мы об этом говорили и когда летели сюда в самолете. Исторически сложилось так, что Чечня с возможным стала завоевать Чечню со стороны России только лишь после того, как было отсечены пути сообщения Чечни. Мы не можем себе позволить равнодушно относиться к событиям, которые происходят за Кавказом, потому что это является нашим тылом. Вот та цель, с которой мы приехали и позавчера, и сегодня. Обеспокоенность и решимость предпринять все политические меры, подчеркиваю, политические меры, для того, чтобы помочь, если это будет в наших силах, стабилизировать ситуацию в Грузии и видя будущность Кавказа только лишь во взаимопомощи, взаимовыручке кавказских народов, потому что мы считаем, и президент нас считает, и парламент считает, что без этого мы останемся той игрушкой, которая была до сих пор в руках как северных соседей, так и южных. Мы не можем позволить себе, чтобы история наша тысячелетиями, которая была только лишь повествованием о нашей борьбе за свою независимость, чтобы эта история продолжалась и дальше. Мы хотим своим детям передать стабильный, сильный Кавказ и желательно, кавказское содружество, политическое содружество, экономическое содружество и духовное содружество. Как вы считаете, можно ли вооруженным путем установить демократическую власть? Антидемократическую власть сбросим вооруженным путем, конечно, можно.